матчи. Прослушайте результаты других матчей первенства России. Да, Владимир, 55-я минута встречи, счет 1-1. Черноморец, Новороссийск, КамАЗ, Набережные Челны. 41-я минута встречи, счет 0-0. Динамо, Брянск, Сибирь. Начало матча 18 часов 30 минут. Билеты можно будет приобрести в кассах стадиона, начиная с 5 октября. До новых встреч на играх «Факела».